Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 551 из раздела «Сложение целых чисел». Первое задание. Представьте в виде суммы двух отрицательных слагаемых число минус 10. Минус 9 плюс минус 1. В итоге получится минус 9. Минус 23. Минус 20 плюс минус 3 и будет минус 23. Задание В. Минус 90 плюс минус 9 будет минус 99. Складываем два отрицательных числа в ответ минус, числа сложить. Минус 101. Минус 100 плюс минус 1 будет минус 101. Теперь представим в виде суммы двух слагаемых разных знаков число. Ну, например, минус 16 прибавим 8. В ответе получается минус, а так как 16 больше 8, от 16 отнимаем 8, получаем 8. Плюс 8. К 16 прибавим минус 8. Берем знак большего по модулю числа, это 8. И от 16 отнимаем 8, будет 8. Минус 50 плюс 25. В ответ минус, а 50 минус 25 будет 25. 0. Это сложение двух противоположных чисел. Ну, например, минус 8 плюс 8 будет 0. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.